питьевая вода на тот момент была в подвале, вот, и надо было набрать питьевой воды, ну, некоторое количество. И я взял, ну, емкость и пошел туда. А там темно, света нет, просто не было видно. И этот, ну, набрал, спустился, все нормально. Ну, просто, что мне повезло, скорее всего, то, что я шел через ступень. Вот. А потом морские пехотинцы, когда сюда пришли к нам, попросили мы, ну, чтобы проверили там. Они спустились туда, все проверили, потом принесли в руках гранату F1. Растяжка была на ступеньках.